Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Изнуряющая жара стала отступать. Температура падает, и в расписании наконец-то появляются дожди. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 31, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью плюс 15-17. В центральных районах и на юге днем плюс 30-32, облачность тоже переменная и тоже кратковременный дождь с грозой. В ночные часы 16-18 выше нуля. Послезавтра кратковременный дождь остается, но и температура еще немного упадет. О погоде все, удачи вам, увидимся.